Уже через 3 дня Елизавета II будет похоронена на территории мемориальной часовни ее отца, короля Георга VI в Виндзоре. Перед этим в Вестминстерском аббатстве будет проведена церемония прощания, на которой соберутся вместе все члены королевской семьи. Свой последний день жизни Елизавета провела со своей дочерью принцессой Анной. Неизвестно, находилась ли королева на тот момент в сознании или уже не могла общаться с окружающими. Однако даже если монархиня разговаривала с наследницей, она точно не раскрыла один из своих главных секретов. В 1947 году королева получила в подарок от мужа принца Филиппа кольцо, на внутренней стороне которого была выгравирована надпись. О том, какое послание супруг оставил Елизавете, знали только они сами и ювелирный мастер, выполнивший этот заказ. До последнего дня королева не раскрыла эту тайну никому из родных, даже своим детям. Вероятно, это было что-то настолько личное, что Елизавета не хотела посвящать в свой секрет никого из семьи. Весной 2021 года королева похоронила мужа, а через 1,5 года перестало биться и ее сердце. Того самого мастера уже тоже нет в живых, таким образом никто так и не узнает, что было написано на кольце. Если, конечно, родные Елизаветы оставят украшение на ее руке нетронутым, проявив к ней уважение. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!